Обзор по ссылке с сайта Джум. Патрон, который делает из одного патрона два патрона, для того, чтобы можно было вкрутить в один патрон не одну лампочку, как обычно вкручивается, а две лампочки вкрутить. Сегодня я хочу показать вам, не считая с сайта Джум, заказывал я ее 13 ноября, пришла она ко мне 21 декабря. По посылке я сейчас покажу, вот посылка с сайта Zoom. Это холодно, вот я пригрел и ушки, и голову, и рот, чтобы ничего нигде не задувало, как вы понимаете, ну, собственно, сейчас. Я покажу, как ко мне пришла посылка. Вот. Посылка пришла вот такой вот пластмассовый патрон, скрученный вот из двух штук. То есть он вкручивается в одинарный патрон и потом два, то есть на две лампочки. О том, как он работает, я покажу уже дома. Хрупкий он, не хрупкий, пластмассовый или нет, я вам, наверное, скажу дома, потому что вот через эти перчатки я его не могу даже нормально пощупать, чтобы показать. Вы видите, ветер такой просто сдувает звук, то, что ты берешь. Сильный, да просто не ощущается такой сильный ветер сейчас. Поэтому всем спасибо за просмотр. Поэтому напишу видео уже дома и покажу, как оно работает. На личном примере могу вот показать сейчас, как оно работает. Вот он вот так вот выглядит. Вот. Вкручивается в него вот лампочки. Вкручиваются лампочки вот так вот. Это экономная, кстати, лампочка, если что. Вот. Сам патрон, вот он, скручен на винтах, вот так. Надежно вот так вот скручен на винтах. Так как люстра у меня нет, то у меня одна лампочка висела на потолке, а мне нужно две для того, чтобы было светлее. Вкручивается вот сейчас в одинарный патрон, двойной патрон, вот таким вот образом. Вот так вот оно выглядит, вкрученное вот. Светится оно вот так вот хорошо. Вот такой вот хороший патрон, который делает из одного патрона два патрона, чтобы можно было вкрутить не одну лампочку, а две лампочки. Ссылку на продавца и ссылку на товар я оставляю в комментариях под видео. Не забывайте нажать на лайк и подписаться на канал, для того, чтобы это видео увидели все. Спасибо за просмотр всем!